Всем привет, с вами Владимир Куличенко. Вы находитесь на нашем YouTube-канале группы Peach. И сегодня у нас с вами обзор на электрогитару. Это Dan Electro, модель U2. Это переиздание. И небольшая историческая справка. Все, я думаю, слышали, знаете о фирме Dan Electro. Они с 30-х годов делают различные комбики, это в основном для слайд-гитар, а также они делают и эффекты. Но в 50-е годы, когда появились электрогитары, они такие подумали, а не внедрится ли нам, не создать ли нам конкуренцию, ведь тогда на рынке у нас кто был? Это в основном был Fender и Gibson, два бренда, две фирмы, две электрогитары, которые несли с собой абсолютно разные идеологии. И тут Dan Electro. Посмотрите на корпус. Вам ничего не напоминает? Ведь с виду это отсылка к Les Paul, но синглы. Отсылка к Fender. И тогда и на Gibson ставили P90. Это вроде как синглы считались. Но тогда уже начинались у Gibson и хамбакеры. Ну, в общем, это уже другая совсем история. Итак, в 1954 году Dan Electro выпускает свою первую модель, которая называлась Dan Electro Silverton, модель 1357, с одним звукоснимателем. В 1955 выходит модель Dan Electro Silverton, модель C. И в 1956 году выходит модель Dan Electro U2. Данная модель просуществовала всего лишь 2 года, до 1958 года включительно. И в 1996 году, когда бренд Dan Electro возродили и завод перенесли в Корею, то возобновили в том числе и эту модель, модель U2, 1956 года. Данная модель, она выпускается и по сей день. Но в магазинах Москвы, да, я думаю, вообще в России, вы вряд ли встретите такие гитары. Ну, это невыгодно привозить с магазином, потому что гитары дешевые. На вторичке где-то можно приобрести данные гитары от 15 тысяч, ну, либо покупать онлайн из каких-то зарубежных сайтов. Итак, по порядку. Thank you.
Корпус у нас сделан из оргалита. Да, это та самая задняя часть вашего шкафа, только плотнее. Ну и сразу скажу, что гитара очень хрупкая. Тут хрупкой, в принципе, все. С ней нужно быть осторожным. Итак, оргалит и по бокам корпуса такая виниловая лента. Напоминает больше строительную такую ленту. Только оргалит у нас вот этот немножко, конечно, потолще, чем у вас сзади шкафа, но все же, но это даже не ДСП. А внутри она полностью пустая. Это даже, можно сказать, такая полуакустика, hollow body, как называется. Итак, у нас два регулятора громкости. Это большая вот эта крутилка. И два регулятора тембра. Крутилка поменьше. И, соответственно, это на каждый звукосниматель. Опять же, это у нас отсылка идет к Les Paul, где на каждый звукосниматель у нас приходилась громкость и тембр. Переключатель. Трехпозиционный переключатель. Это, наверное, единственная такая вещь, которая, в принципе, за которую можно не опасаться. Она очень хорошо сделана, больше похожа на какой-то тумблер вызова и пуска бомб. Ну ладно, не будем о плохом. Дальше пикгард у нас прозрачный, с таким зеленым оттенком, с эмблемой D, Dan Electro. Да, цвет, кстати, корпуса у нас называется Surf Green. Гриф. Гриф у нас 21 лат, крепится на 5 болтах. Также вот эти 3 болта, их можно открутить, а гриф немножко подвинуть, и здесь вы можете, в принципе, регулировать и анкер. Также у нас у корпуса один рог, поэтому для каких-то соло это немножко тяжеловато будет, так как верхняя граница у нас начинается на 14-м ладу. Гриф. Гриф у нас из тополя с бразильским палисандром. С накладкой из бразильского палисандра. И, собственно, голова грифа с пластиковыми колками, с металлическими крышечками, с фирменной эмблемой Dan Electro. Данная голова грифа называется бутылка из-под Кока-Колы. В то время Кока-Кола была в бутылках, и с виду это было как лекарственная колба. Ну, вот называют бутылкой из-под Кока-Колы. Thank you.
По звуку мне данная гитара, ну, напоминает что-то такое водное, такое бульканье какое-то. Какие-то звуки из воды, из-под воды. Вот, не знаю, у меня такие ощущения. Да, верхний порожек. Тут у нас целая прям история с ним. Металлическая пластина, она крепится на двух саморезах. На металлической пластине, и, собственно, регулируется высота у нас верхнего порожка за счет этих саморезов. И поэтому, если вы начинаете вот откручивать уже, вы прям видите, как этот куски оргалита немножко начинают шелушиться, и эта стружка начинает падать. Ну ладно, вроде бы особо не видно, все нормально, один раз отстроили и хватит. Бридж. Бридж у нас сделан из палисандра, который просто, ну, вставляется сюда и все. То есть никакую микроподстройку, как на том же страте, вы не сделаете. Поэтому гитара такая, с которой нужно воевать, сражаться и покорять. Гитара быстро также, в принципе, расстраивается. Поэтому советую на таких гитарах попробовать поиграть. Может быть, не иметь в коллекции, но поиграть, я все же думаю, стоит. И испытать эти чувства, потому что, играя на ней, это совсем иной какой-то мир, и хочется абсолютно какую-то иную музыку играть. В отличие, если у вас в руке там страт, телек, Леспол и тому подобное. Ну так, дорогие друзья, я вроде бы вам все основное рассказал. Если что не успел, не вспомнил, напишу в комментариях. А вы тоже пишите в комментарии. Пишите ваши впечатления о звуке и, собственно, всей этой истории. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Владимир Куличенко. Всем пока, всем печь.